Казанской государственной сельскохозяйственной академии. И нам хочется пожелать каждому из вас, чтобы все задуманное обязательно исполнилось. Верьте, мечтайте, дерзайте. В вашу честь звучат эти громкие аплодисменты. Юбилей – это повод оглянуться назад, а там долгие годы, наполненные великими открытиями и заслуженными победами каждого из вас. А еще юбилей – это отличный повод для встречи настоящих друзей. Так пусть этот светлый день будет наполнен радостью и теплом, дружбой и любовью. На сцене Народный театр песни «Просторы» Государственного учреждения Центр культуры «Витебск» и Народный любительский коллектив Республики Беларусь, студия эстрадной песни «Зололь» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Как вы всегда так будет.
наполняется, как заря. Посидим по-хорошему, у свистки запорошенную, на земле жили Божие, не зря. Посидим по-хорошему, у свистки запорошенную, на земле жили Божие, мы не зря. Вспыхнет зорюшка, высоко встанет солнышко, упадет в землю зернышко в нужный срок. Только мы с горя вопали, дождичек сыпал вовремя, а потом, чтобы вовремя, лег снежок. Сыпал вовремя, а потом, чтобы вовремя, лёг снежок. Стылый хлеб закачается, жизнь она не кончается, жизнь она продолжается каждый раз. Будут плыть в небе радуги, будет мир, будут нашего зала и всей нашей страны. Те люди, которые могут хорошо работать, они могут и отлично отдыхать, выступать, быть участниками даже шоу-бизнеса. Дорогие друзья, когда есть у нас такое поколение, отцы, дети, у нас есть настоящее и у нас есть будущее. С праздником еще раз, дорогие друзья, спасибо! Действительно, крепкая основа Академии – настоящие профессионалы. Люди, на которых хочется равняться, чтобы вот так вот запросто успевать и дерево посадить, и студентов научить, и песню спеть. Ведь самое главное – к любому делу подходить творчески. И пусть вас, дорогие друзья, вдохновляют на это самые юные участники праздничного концерта. На сцене! Фольк-группа в итоге. Витебск!
Любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца «Радость» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
зоолог Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, образцовый ансамбль танца «Егоза» государственного учреждения «Центр культуры Витебск». Любительского коллектива Республики Беларусь, студии эстрадной песни «Зоолог» Фархат Рустемов и солистка Народного театра студии современной хореографии Анастасия Рашкевич, Центра культуры «Витебск». Очей твоих красот.
солист народного любительского коллектива Республики Беларусь, духового оркестра Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Шихман и шоу-дуэт «Воробьи» Центра культуры «Витебск». Радость. Яна Долбенко и Сергей Труханович.
инструментальный ансамбль «Резонанс» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Помню я
Танцу ваши аплодисменты! И самый лирический голос Белоруссии, солист легендарных песняров Валерий Скорожонок! Здоровья вам в наш
нелегкий период. В первую очередь здоровье, терпение, счастье, всего самого-самого наилучшего, что есть на белом свете, ибо вы этого достойны. Словно солнце.
солнце в мире не было до нас. От забот и мелких сон я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Нашей праздничной сцене шоу-балет «Сенсация» и генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянские базары» в Витебске Глеб Лапицкий. Я подарю тебе весь мир, я подарю зарю, и солнце, и скрыть мне от того. Ты мой кумир, и сердце своим лишь бьется. Я подарю.
высоко дважды. Навек тебя влюблён, счастье, как и птицы, вспыхаем высоко, разрушим все границы, чтоб стала жизнь сладка, чтоб горько стала жизнь сладка. Да? Я подарю тебе весь мир, я подарю царю и солнце. Я подарю тебе весь мир, я подарю зарю и солнце, и скрыть мне ни от кого. Ты мой кумир, и сердце своим лишь бьется. Друзья, счастья вам, любви, здоровья. Ну что ж, и замечательную академию с юбилеем! Спасибо, что вы нам это доверили. Надеюсь, что мы не посрамили. А ваши студенты, ваши преподаватели, ваши ветераны – это просто цвет всей нации. Я всегда говорил, что в академиях учатся лучшие люди. Я по первому образованию тоже закончил академию, Витебскую ветеринарную. По второму – университет культуры. По третьему – академию при президенте. И думаю, что надо все-таки третьей академии еще закончить. Как говорит мой папа, коллекционируй, сынок, это не марки, они больше пригодятся. Милые, дорогие, родные, и сегодня в этот замечательный праздник, вот в зале больше мужиков, но мы бы ничего не сделали, если бы не было вас, наших дорогих, милых женщин. И так как Академия тоже женского рода, я хочу посвятить эту песню всем вам, наши милые, дорогие, родные девушки, для вас. Я люблю тебя, ночь моя грязная, спрячусь.
я в твои волосы, нежная, звездная. На рассвете расстанемся, я уйду, ты уйдешь, но любовь ждать останется наш звездный дождь. Зайду однажды я к тебе на небо свой. Скажу, любовь моя, продолжим дивный сон. Звучит наш праздник пуст в ночи моей и днем. Давай оставим грусть, давай оставим грусть, и о любви споем. Ночь моя звездная, прячусь я в твои волосы, нежная, звездная. На рассвете расстанемся, я уйду, ты уйдешь, но любовь ждать останется наш звездный дом. Концерт говорили, или из Витебска, или из города. Тут другого варианта нет.
она говорит, нет, ну понимаешь, интернациональный вуз, надо, чтобы со всех стран, городов и так далее. Я говорю, Оль, твои песни настолько интернациональны, твое настроение настолько замечательно, что, наверное, вот этот праздник – самое место, чтобы сейчас и продемонстрировать. Друзья, вас приехала поздравить мать двоих детей, жена одного мужа. Замечательная белорусская певица Ольга Плотникова! Да, привет, спасибо! Сейчас стоят в этом зале, да? Да? Нет? Балкон?
благодарим. Все, о чем давно мечтали.